Hello everyone, всем привет! Итак, мы сегодня посмотрим уже нам довольно известную группу. Это будет Black Orchid Empire. У них вышла новая песня Glory to the King. И будет это лирикс-видео. И я очень прошу вас поддержать это видео, потому что это видео снимается по просьбе ребят. А перед тем, как мы будем смотреть, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Итак, вот такая была команда. Если честно, у меня вот такое складывается впечатление, а не что с каждым разом мы будем слушать их песни, я думаю, наверное, до выхода альбома, они будут, будут оставаться впечатления, что вот они должны тебя удивить. И вот вспоминая их первую песню, то там мне казалось, что они больше как-то похожи на Slipknot. А в этой песне мне они показались больше похожи на Аватар. Я не знаю, что будет дальше и какая будет у них песня, но вот
Может, там вообще в третьей песне не будет ни на кого не похоже, вообще что-то совершенно другое нам предложит. Но мне очень понравилось, как звучит мелодия, она такая прям очень классная. Прям не тебя как-то, по идее, как бы рок, и ты представляешь, что, думаешь, что там прям сильно тяжело, может быть, да? Учитывая, что мы смотрели на предыдущую песню, я как бы думала, что вот это тоже можно это, в этом плане быть. Но здесь немного такая по-другому, как-то расслабляющая, и она очень мелодичная такая, более тягучая, что ли. Не знаю, как объяснить это правильно, но это очень классно. То есть я вот хочу еще раз послушать эту песню, правда. Хоть у нее был видеоряд просто без какого-то клипа, мне кажется, наверное, не надо даже на эту песню снимать какой-то клип. И, в принципе, потому что песня сама довольно-таки сильная, и визуальный ряд был тоже очень красивый. И все, слова были четкие, и можно было с ними прочитать, о чем песня. Так что мне правда понравилось, и очень-очень хорошо. И я как бы удивлена, что команда создает такие песни, в плане того, что это британская команда, и они немножко отличаются от остальных британских групп, потому что все-таки в основном Британия у нас идет на металкор, а здесь они немножко в другом жанре играют. Вот, и мне удивительно, правда, удивительно, что вот так они делают, и очень здорово у них получается. Мне, правда, понравилось еще, как звучат барабаны, прям у них выделяют хорошо. И вот честно, я не могу вспомнить, насколько сильно звучат гитары. Мне почему-то отвлекает всегда их барабаны. Фокус переносится именно на барабаны. Вот, но я не могу вспомнить, правда, как там, насколько сильны гитары. И это как бы, я не могу сказать, что это плохо, но это очень здорово в плане того, что значит, песня создана так круто, что ты как бы не можешь сильно, не замечаешь чего-то такого, что тебе может как-то не понравиться или еще что-то. Может, кто, допустим, больше любит гитары, они все-таки, ну, сделают акцент на гитары. Но мне очень понравилось, как это все очень круто сделано, и голос классно звучит. Мне, правда, очень нравится, как вокалист голос звучит, и как вот барабан сделан, как гитара. Это прямо очень вкусно звучит, и прям очень здорово. Мне, правда, понравилось. Будем дальше ждать, чем нас будет удивлять Black Orchid Empire, посмотрим. Может, следующий вообще какой-то клип будет, либо клип, либо песня совершенно другая, и там еще какие-то будут повороты. Еще можно сказать про эту песню в плане того, что вот вроде как бы мелодия там, пение, оно достигает пика, и вроде кажется, что здесь должно быть что-то такое, вот, там, не знаю, типа мощного риф добавить, либо еще, а она раз и поворачивается совершенно в другую сторону. И это тоже очень круто. Так что за песню я могу поставить 10 из 10, мне правда очень понравилось. Поэтому я очень прошу вас, ребят, тоже поддерживайте группу, оставлю ссылку на клип. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои комментарии, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это все очень важно, это поддержит меня. Также подписывайтесь на социальные сети. Если хотите поддержать меня, то в описании все есть ссылки. Также подписывайтесь на Рутюб, на Яндекс.Зен, на Бусти. Это действительно будет поддержка, чтобы больше выпускать видео. Ну и также, соответственно, подписывайтесь на Телеграм. Там с вами я общаюсь. Ну а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю. Всем пока. Бай-бай.